разбор! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надежный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания. Бывший претендент на пояс UFC в легком весе Кевин Ли сделал довольно громкое заявление. Кевин считает, что к концу года он подерется с главной звездой промоушена Конором Макгрегором. Более того, Кевин считает, что все фанаты ММА прямо-таки ждут, когда же наконец-то произойдет этот бой. Этот бой произойдет в конце года. Я и Конор. Я думаю, что это тот бой, который все с нетерпением ждут. А он находится не так уж далеко от реальности. У меня есть план, как вернуться к новому сражению с Фергюсоном. Он является настоящим чемпионом. И я не вижу в этом никакой путаницы. У вас есть Конор, у которого есть этот пояс. Но этот человек не является чемпионом. И я думаю, что даже он сам это знает. Если он когда-нибудь вернется и защитит свой пояс, а также победит Тони Фергюсона, то очевидно, он станет настоящим чемпионом. Но сейчас Тони Фергюсон настоящий чемпион. Он тот боец, к поединку с которым я возвращаюсь. Не совсем понятно, откуда у Кевина Ли информация о том, что все ждут его боя с Конором Макгрегором. По-моему, этот парень живет в каком-то своем мире, в котором он является самым востребованным бойцом на планете. Для начала Кевину надо пройти Эдсона Барбозу, который хоть и удобный, но все равно очень опасный соперник для Кевина. А уже потом говорить о реванше с Тони Фергюсоном. И уж тем более поединке с Конором Макгрегором, бой с которым пытаются получить 60% бойцов UFC. Ветеран ММА и нынешний боец промоушена Bellator Квинтон Рэмпейдж Джексон выставил забавное видео, как он подарил новенький Range Rover своему давнему другу и менеджеру Тики Гонсу. Это что за новые машины? Да вот решил закупиться. Чувак, что это за херня? А, да это моя детка. Эй, тебе нравится вот это? Чёрт, да конечно мне нравится. Я знаю, тебе нравится Range. Очень круто. Да, это круто. Когда ты купил? Я купил вчера. Иди зацени салон. Она твоя. Чего? Она твоя. Это тебе за тот контракт. Чё ты гонишь? Я серьезно, чувак. С днем рождения. Спасибо за контракт. Лучший контракт в моей жизни. Эй, ты серьезно? Я серьезно. Это моя машина? Твоя машина. Ты лучший менеджер. Ты это заслужил. Ты чё, прикалываешься? Нет, не прикалываюсь. Она твоя. Да и мне не нравятся рейндж-роверы. В интернете появился видеоролик с закулисья пресс-конференции турнира UFC 223, в котором показана реакция Хабиба Нурмагомедова после словесной перепалки с Тони Фергюсоном во время битвы взглядов. Напомню, что Тони демонстрировал свой чемпионский пояс и орал уходящему со сцены Хабибу, что этот пояс останется у него. Эй, как оно, брат? Оставайся спокойным и сфокусированным. И давай творить историю. 7 апреля, брат, это все не имеет значения. Все произойдет, когда двери октагона закроются. Эй, зачем он показывает этот фальшивый пояс? Это не настоящий пояс. Мы будем драться за настоящий пояс. Зачем он показывает этот фальшивый пояс? Мне он не нужен. Мне нужен настоящий.